Наши дети. Всем привет! Хотим поздравить вас с наступающим Новым годом! Это первый наш в жизни видос, когда мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. 2019 год уходит в прошлое, наступает 2020. Оно так работает. Оно так и работает в основном, да. Это был очень крутой год. В этот год мы наконец-то создали свой YouTube-канал. Да. И самое главное, что он попёр. 64 тысячи. На данный момент именно столько у вас есть. Наши маленькие подписчики. Наши любимые подписчики. Кукичочки. В этом году нам удалось достичь такой цифры, и я все-таки считаю, что это реально офигенный результат. Я хочу пожелать вам, чтобы сбывались и ваши мечты, потому что мы действительно об этом мечтали. Ровно год назад у нас был знакомый, такой косвенно знакомый блогер, который имел 10 тысяч подписчиков. И я, как сейчас помню, я сказал, что, блин, если бы у меня было 10 тысяч подписчиков, все, я бы раскрутил этот канал. И вот прошел год, и вас уже 64 тысячи. Даже не год, каналу чуть-чуть меньше. Да, и я бы хотел сказать то, что любая мечта на самом деле реальна. И хотел бы пожелать вам, чтобы вы в этом 2020 году исполняли свои мечты, какие-то такие мечты, которые сидят где-то в потайном уголке души, и вы думаете, блин, может быть не стоит, может быть у меня что-то не получится. Все получится. Во всяком случае, надо пробовать. Если кто-то вам сказал, что не получится, то не получится. Если кто-то посчитал, что может быть выйдет, то вы хотя бы попытаетесь. У вас появляется шанс. Да. Я желаю, чтобы каждый ваш день был лучше предыдущего. Тогда жизнь будет постоянно расти вверх. И 2020 год должен стать для всех, для нас, именно подтверждением этих слов. Мы должны стараться сделать жизнь такой, чтобы каждый следующий день был необыкновенным, чтобы каждый следующий день был какой-то маленькой победой, чтобы все сбывалось. Потому что наша жизнь состоит из каких-то желаний, и зачастую некоторые из них мы игнорируем, зачастую некоторые из них мы подавляем себе каким-то образом. Главное делать то, что мы хотим, и не бояться ни осуждения со стороны, потому что желания зачастую с этим связаны, нам же всегда хочется чего-то такого, что нельзя, какого-то запретного. Мы всегда стараемся делать то, что нам нравится. Даже заходя на YouTube с таким контентом, который делаем мы, был такой страх, что нас вообще абсолютно не одобрят, что нас никто не будет смотреть, что те, кто будут смотреть, будут только кидаться в нас тапками, какахами и прочим. Но на самом деле, когда человек делает то, что ему нравится, когда человек делает то, что ему по кайфу, это всегда заходит. Это видно, это, наверное, неподдельные какие-то эмоции, неподдельное какое-то действие, творчество в нашем случае. То, что вы есть у нас, это как раз и служит подтверждением этому факту. Да. В общем, ну как-то так. С наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, всего самого. Любви, удачи. Главное, чтобы ваши мечты исполнялись. И реально, чтобы каждый день был лучше предыдущего. Хлопушка должна быть. Спасибо вам за этот год, за то, что вы были с нами. Многие из вас, все, точнее говоря, пришли на этот канал. Я надеюсь, получают удовольствие. В этом году реально было очень много разных прикольных вещей, очень крутых. Спасибо вам за это. Потому что для нас самая лучшая награда – то, что вы появляетесь у нас, и вас становится все больше и больше. Котлетка. Вот такой получился видос. Очень быстрый и очень короткий. Мы записываем... Это же поздравление, оно, в принципе, не должно быть очень долгим. Да, мы записываем его буквально 31 числа. С Новым годом!